Мы вот поставили темой нашей дискуссии противостояние России и Франции на ключевых площадках, таких как Африка и Закавказье, или Южный Кавказ, как сейчас его тоже называют. Вы знаете, что противостояние между Россией и Западом сейчас идет на многих площадках. Ключевыми странами, с которыми такое противостояние происходит, являются США и Британия. Именно они являются главными драйверами вот этой гибридной войны против России. Ну, достаточно сказать, что, предположим, финансирование киевского режима осуществляется так, что примерно 80% финансирования происходит со стороны США, 10% со стороны Британии, 5% со стороны Польши, 5% все остальные, вот те входят в этот Рамштайн, значит, 50 стран. Франция, она сейчас выдвигается постепенно вот в этот ряд важнейших врагов России. Она выбрала свои участки для противостояния с Россией. Это Африка и Закавказье. Это началось все в Африке. Дело в том, что в Африке и зона франкофонии, это бывшие колонии Франции, где до сих пор сохраняется большое влияние. Но вся элита учится во французских университетах. Французский язык, как правило, является вторым государственным языком, поскольку он позволяет различным племенам, так сказать, народностям общаться друг с другом. Французскую культуру они на нее смотрят. И в том числе для обеспечения безопасности на протяжении многих десятилетий там размещались французские войска, которые действительно помогали этим странам в обеспечении безопасности. Ну, конечно, при этом обеспечивали и эксплуатацию, неоколониалистскую эксплуатацию природных ресурсов этих стран, и это в какой-то мере сдерживали их развитие. Однако в последнее время ситуация изменилась, поскольку Франция уменьшает свое влияние в целом в мире, она оказалась не в состоянии выполнить свои обязательства перед этими государствами. И Макрон, один из главных виновников, один из главных, можно сказать, вот таких вот наблюдателей этого падения Франции со статуса великой державы, он в том числе принял ряд решений, по которому французские войска должны выводиться из ряда этих государств. Но им нужно обеспечить безопасность. В этих условиях они попросили Россию. И знаменитейший ЧВК «Вагнер», который, как вы знаете, на сегодня считается самой эффективной частной военной компанией в мире, наиболее прославленной, так сказать, имеющей наибольшую прессу везде, и солдаты, которые прямо сейчас вот в эти часы, так сказать, идут тяжелейшие бои в Бахмуте, они пришли туда, и, собственно, ЧВК «Вагнер» заменил Францию в виде гаранта безопасности. Причем там пошел по системе домино. Значит, Центральная Африканская Республика сначала, потом Мали, Буркина-Фасо, потом Мали, Мадагаскаре, так сказать, там тоже возникло такое противостояние, в ряде других стран Африки. И там может сложиться следующая ситуация. Значит, дело в том, что Франция, она на сегодня определяет во многом внешнюю политику Евросоюза, точно так же, как Германия определяет экономическую ситуацию в Евросоюзе. Но это определение связано со статусом великой державы. Но статус великой державы не сам по себе. Он определяется несколькими обстоятельствами. Наличие ядерного оружия, постоянный статус Совета безопасности, сильная экономика, как бы история великой державы и зона франкофонии, зона влияния. Если Франция теряет эту зону франкофонии, она теряет во многом свой статус великой державы. И, возможно, она будет отодвинута в Евросоюзе на вторые позиции. И в результате этого ее мнение уже перестанет учитываться в качестве основного при формировании внешней политики Евросоюза. Вот с какой опасностью столкнулся Макрон, и вот, значит, что он, чем является виновником. В этих условиях Макрон решил, условно говоря, заменить Центральноафриканскую Республику и Буркина-Фасо на Армению.
значит, теряя позиции, вытесняя с прав России в Мали, Цар и Буркина-Фасо, значит, Макрон решил сделать рывок в Армению и на Южный Кавказ. Значит, там он пытается вытеснить Россию. А сейчас, как вы знаете, серия антироссийских и антиазербайджанских резолюций в французских парламенте, там, сенате, так сказать, решение президента, там буквально соревнования. Пытается Армения, чтобы она как бы перестала быть союзником России и стала главным союзником Франции. При этом я уверен, что Армения не будет выходить из ОДКБ. Армения скорее будет в ОДКБ противникам России взрывать и парализовывать деятельность ОДКБ там изнутри, поскольку это важный ресурс. Вот этот переход постепенно на враждебную позицию, он налицо. Сергей Викторович Лавров неоднократно заявлял о том, что вот та миссия Евросоюза, которую они сейчас по воле Франции пытаются тогда разместить на границе между Арменией и Азербайджаном, эту миссию такой, в нейтральной форме, не в антиазербайджанской, а в нейтральной форме, ОДКБ предлагало делать, но руководство Армении, руководство Пашиняна, делает все, чтобы сорвать это, затормозить и подрывать это эффективность ОДКБ изнутри. Вот такие там происходят сложные процессы. Но в отношении политики на Южном Кавказе есть несколько таких основных принципов, которые руководствуется Франция. Это, без сомнения, русофобия. Это, без сомнения, тюркофобия, потому что антиазербайджанская позиция Франции, она базируется еще на ее на антитурецкой, прежде всего, базовой позиции. Ну, достаточно почитать французскую прессу там, и так далее. Там видно, что тюркофобия посольется изо всех щелей. И, конечно, исламофобия. Предал наследие великого создателя современной Франции генерала де Голля, отказался от него, то и создание вот этого де Голля, когда он после катастрофы, поражения во Второй мировой войне смог опять вернуть Францию в разряд великих держав, это достижение. Да, уважаемые коллеги, но возвращаясь к теме нашего сегодняшнего мероприятия, мы должны совершенно четко обозначить, что, наверное, впервые за последние, скажем, 30 лет из уст официальных представителей Москвы звучат столь жесткие оценки в адрес Армении. Впервые, когда раньше использовались такие обтекаемые формулировки, знаете, да? А вдруг, когда Сергей Лавров, министр иностранных дел России, открыто говорит, что Армения оккупант и оккупировала азербайджанскую территорию, что Азербайджан проводил освободительную войну и добивался возвращения оккупированных территорий, наверное, все-таки это о многом говорит. В большой дипломатии случайностей не бывает. И вот такие жесткие оценки, которые звучат в публичном поле, а поверьте мне, на закрытом контуре они звучат не менее жесткие оценки, все свидетельствует о том, что что-то произошло. А что? И я думаю, что главный фактор, который очень серьезно сегодня будет определять вообще ход событий, это то, что руками и политической волей Армении на Южный Кавказ заходит внешний игрок. Евросоюз, ключевую роль вот этой пресловутой разведывательной, давайте называем своими именами, миссии, а не наблюдательной, будет играть Франция. То есть как бы нарушается вообще сложившийся за десятилетия статус-кво в регионе, втягивается внешний игрок, и этот внешний игрок будет играть абсолютно деструктивную, дестабилизирующую роль. Вслед за вот этой вот наблюдательностью, и это прогнозируют сегодня российские дипломатические и военные аналитики, что дальше может произойти трансформация наблюдательной миссии ЕС, полноценную военную миссию и развертывание там в перспективе полноценного военного контингента. Таким образом, меняется характер ситуации в регионе, и это не может не вызывать обеспокоенности Москвы. Вслед за Лавровым очень жесткие заявления в адрес Армении были сделаны и председателем Государственной Думы Российской Федерации, господин Лавров, есть очень серьезная обеспокоенность
относительно того, как будет развиваться ситуация на Южном Кавказе. Почему для России это принципиальный вопрос? Во-первых, всегда российская дипломатия подчеркивала, что и в регионе Каспия, и в регионе Южного Кавказа не должно быть внешних игроков. Все вопросы, особенно вопросы обороны, безопасности, должны решаться исключительно странами региона. А здесь мы видим полноценное втягивание Евросоюза руками Армении, собственно, на территорию этого региона. Каковы цели и задачи, которые реализует Франция? Страна, кстати говоря, не просто проармянская, а я бы мог сказать, что армянская диаспора Франции сегодня активно влияет на все ключевые решения, которые происходят на официальном треке Парижа. Помним безобразную хамскую резолюцию Сената Франции, которая носила абсолютно антиазербайджанский характер. Знаете, ну это, наверное, первый в истории случай, когда диаспора смогла коррумпировать целый национальный парламент ядерной страны. Таких у нас прецедентов не было. Ну, были отдельные армянские лоббисты, например, в американском конгрессе, в Сенате, но они там были представлены, ну, максимум десятком человек, может быть, несколькими десятками человек. Здесь, ну, фактически целый Сенат голосовал так. Ну, мысль только одна, что, естественно, работают деньги международной армянской диаспоры. Мы знаем, что французские политики отличаются исключительной продажностью, продаются даже президенты. И помним, даже сроки выносились в отношении ряда французских президентов, но последний, который брал деньги от Муаммара Каддафи на свою президентскую кампанию, а потом бомбил Ливию. Ну и, собственно, вот недавние аресты, которые были произведены коррупционеров в Европарламенте, в том числе и там был один вице-спикер, крупный армянский лоббист, дома было найдено 1,5 миллиона евро. Тоже показатель. Итак, что добивается Франция? Франция хочет изменить баланс сил в регионе. Да, Сергей Александрович абсолютно прав, когда сказал, что Россия сегодня активно вытесняет Францию и заявила ее влияние в Африке, потому что деятельность Франции носит исключительно колониальный характер. От модели сырьевого придатка Франции активно идет на сотрудничество с другими странами, там, с Китаем, например, с Россией, для того, чтобы получить необходимую помощь, создать дееспособные силы безопасности, армию и, наконец, заниматься экономическим развитием, а не быть французским придатком. Французы, кстати, отметились массовыми зверствами в период колониальных войн. Напомню, что президент Азербайджана, который посетил в том числе и экспозицию, которая была посвящена зверствам французских колонизаторов в Алжире. Но вот надо все-таки Парижу сказать, что Южный Кавказ – это не Северная Африка. И здесь вот такая практика у французов абсолютно не произойдет. Цель и задача Армении, опираясь на Францию, сделать так, чтобы затруднить, связать руки азербайджанской дипломатии. И дать возможность азербайджану принимать суверенные решения в области политики, дипломатии, а при необходимости и прибегать к силовым точечным мерам для того, чтобы заставлять Армению вести себя цивилизованно. Сразу хотим сказать, что мандат этой миссии не подтвержден реальной ситуацией на месте. По вине официального Еревана границы между Арменией и Азербайджаном не делимитированы, не демаркированы, следовательно, ее как таковой не существует. То есть Армения – страна с непризнанными никем и международно не обозначенными границами. В серой зоне, в зоне соприкосновения, могут происходить различные события, когда подразделения той или иной страны могут занимать те или иные высоты, скажем, из мест, конфигурации сил и средств, но все это, еще раз повторяю, не может трактоваться как нарушение каких-то там территориальных границ, потому что границы не определены. И виновник в этом непосредственно, безусловно, Пашинян. Направлено не только против Азербайджана, и против России. Это будет направлено и против Ирана, который пока занимает такую достаточно благожелательную политику в отношении Армении, а тем не менее, все-таки в составе этой миссии кадровые разведчики, они будут вести работу, связанную со сбором информации, созданием соответствующей агентуры влияния и заниматься шпионскими акциями на территории Армении. И эта деятельность будет нацелена против, опять же, России, Азербайджана и Ирана. Поэтому я думаю, что в любом случае при трезвом объективном анализе
все-таки Тегеран должен понимать, что вход в регион внешних игроков будет означать в перспективе серьезную угрозу национальной безопасности Ирана, в том числе и с точки зрения реализации его программ экономического и технологического развития, поскольку французская разведка, она славится, в общем-то, своим военным компонентом. Поэтому сбор необходимой информации по Ирану будет один из важных элементов. В целом, хочу сказать, что мы наблюдаем сейчас активное сближение позиций Москвы и Баку. Мы вместе понимаем степень риска и угрозы. Нам не нужны внешние игроки в регионе. Поэтому будем активно противодействовать стремлению Франции и других игроков вести деструктивную работу на Южном Кавказе. Ну и, разумеется, надо совместно влиять на то, чтобы заставить в конечном итоге Армению выполнить те обязательства, под которыми стоит подпись Никола Пашиняна, включая реализацию Зангезурского транспортного коридора как один из элементов мирного регулирования, стабильности и предсказуемости развития ситуации на Южном Кавказе. Слово Артуру Демчаку, заведующему кафедрой факультета политологии МГУ имени Ломоносова, как вы знаете, ведущий университет, ведущий факультет в области политического анализа, кстати сказать, теснейшим образом сотрудничающий с администрацией президента. Соперничество и проникновение Франции на Южный Кавказ началось не вот сейчас конкретно, да, там последние 2 года или 8 лет, оно началось, активно продолжалось в течение последних 30 лет, практически сразу после распада СССР, когда образовался некий такой вакуум. Естественно, Франция стала наращивать свое присутствие, и, естественно, опирались в основном на Армению, как основного своего там партнера. То там Франция вместе с Россией и США вошли туда как ведущие участники, которые хотят этот конфликт регулировать. То есть Франция тогда уже проникала. Естественно, если мы помним, как французский президент Саркози в 2008 году во время конфликта в Южной Осетии, естественно, приезжал и всячески тоже пытался включиться в урегулирование этого конфликта, вел переговоры с Медведевым, даже такой был план Медведева Саркози. То есть Франция тогда уже активно себя проявляла в Южном Кавказе, но это в отношении Грузии. Все-таки больше я бы хотел остановиться на Африке. Африка сейчас такой многообещающий регион для многих игроков. Китай это очень давно понял. Фактически восточное побережье Африки уже активно осваивается Китаем. Там строятся вплоть до высокоскоростных магистралей, там порты и так далее, и так далее. Но если мы говорим о России и Франции, то и для России, и для Франции Африка может быть серьезным рынком. Ну, для России это прежде всего рынок для энергоносителей. Если сейчас Запад перекрывает, так сказать, нам каналы экспорта на Запад, то Африка остается для нас, как вариант, как рынок получения энергоносителей, это и сжиженный газ, и нефть, и что тоже перспективно, и в плане вот экологической чистой энергетики, это атомные электростанции. То есть у Росатома там есть потенциальные возможности развития. Здесь мы прямую конкурируем с Францией, которая тоже может строить ядерный реактор, естественно, заинтересован в том, чтобы африканцы у них не покупали. Для России Африка интересна в плане стран-импортеров и стран-получателей экспорта российского зерна, другого продовольствия и сельскохозяйственных технологий, естественно, ну и удобрений. Россия как основной поставщик туда удобрений. Ну, достаточно, конечно, мы можем сказать, что и Россия, и Франция заинтересованы в том, чтобы африканские страны покупали у нас оружие, вооружение, делали какие-то инфраструктурные проекты строительные. Ну, а для России, ну и для Франции, наверное, тоже интересно сотрудничество с африканскими странами, африканский рынок в плане медицины, ну и, конечно же, образовательные услуги. Фактически, что произошло? Произошло то, что Россия ушла, ну, не только с Южного Кавказа. Россия ушла из Африки в 90-е годы, когда распался СССР. Руководство России решило, что для нас сейчас главное уже сотрудничество с Западом, мы теперь одна система, никаких идеологических противоречий нет, а Африка – это не особенно перспективный регион. Ну, фактически сейчас то, что происходит, это не борьба с Францией, там, не наращивание своего присутствия, это возвращение тех позиций, которые мы потеряли в 90-е годы. То есть вот, мы фактически сейчас пытаемся вернуть то, что наша страна уже обладала такими позициями в Африке. Африканские страны для нас благоприятный партнер, потому что никогда у нас не было ни одной войны ни с одной африканской страной. Ни одна африканская страна не поддерживала никогда антироссийские санкции.
Конечно, есть преимущество Франции, конкурентной в африканских странах, это язык, франкофония, то, что вся элита обучалась во французских вузах, французские технологии используются. Во Франции есть кадры, которые знают эти африканские страны, африканские культуры, африканские языки, то есть они могут направлять туда людей. Ну, есть, конечно, ресурсы. Но в России тоже есть свои конкурентные преимущества. Это, во-первых, историческая память африканских стран о том, что Советский Союз, ну, фактически для некоторых, Россия поддерживала их освобождение, никогда не выступала как колониальная какая-то держава, всегда поддерживала их независимость, была против колониализма, выступала со всех трибун и помогала им, в том числе материально, да? Даже вот у нас назвали университет имени Патриса Лумумбы, принимала на обучение бесплатно для этих стран тысячи африканских студентов, и, кстати, некоторые из них до сих пор работают, и некоторые из них до сих пор представлены, в том числе. И сейчас Россия выступает равноправное отношение против неоколониализма за суверенитет, и словом и делом, вот то, что Сергей Александрович упоминал, ЧВК Вагнер, поддерживает стабильность политических режимов этих африканских стран. Почему так ценят Россию? Что Россия не только за справедливую там, экологическую, климатическую, экономическую повестку, но и за то, чтобы никто, в том числе внешние игроки или там, террористы, или фундаменталисты, джихадисты не подрывали основы политических режимов. То есть африканцы должны сами принимать решения без каких-то внешних игроков. Вот. Ну и наши конкурентные преимущества, естественно, в том, что мы можем туда поставлять вот, зерна, удобрения, оружие, энергоносители, строить там какие-то инфраструктурные объекты. И что самое главное сейчас, именно для вот, нынешней ситуации, но если вы посмотрите долгосрочную перспективу, это тоже важно, мы можем эффективно обеспечивать безопасность этих государств, безопасность и борьбу с терроризмом. И это африканцы сейчас ценят, именно поэтому удалось, скажем так, вытеснить да, французское влияние в этих на четырех странах, о которых Сергей Александрович говорит. Но у нас есть проблемы. Проблемы есть, недостаток ресурсов, которые мы можем направить на это африканское направление. К сожалению, у нас нет достаточной подготовки кадров, которые бы знали регион Африки, не просто там по каким-то книгам, энциклопедиям, о которых бы знали ситуацию на местах, знали местные языки, знали местную культуру, знали местную политическую ситуацию. То есть нужно готовить кадры регионоведов, страноведов, тех, кто может потом работать в долгосрочной перспективе с африканскими странами. Ну и, конечно, основная это экономическая проблема, то, что мы туда можем много экспортировать, но у нас нет особого интереса ни у кого выбрать из африканских стран, тогда получается такой неравноценный обмен, поэтому здесь тоже нужно подумать, что мы можем тоже предложить в плане ответного, так сказать, импорта из Африки для того, чтобы заинтересовать африканские страны в долгосрочном партнерстве. Спасибо. Да, спикер Госдумы России именно в беседе, что в принципе для российской дипломатии нетипично в беседе с коллегой из Азербайджана, подверг критике, то есть указал на то, что проникновение западных европейских структур на Южный Кавказ мы воспринимаем категорически негативно. Вот почему сейчас именно стали происходить такие тенденции? Насколько я понимаю, российская позиция ужесточилась. Значит, были заявления Лаврова, были заявления Володина. Более того, Володин заявил о том, что армянская государственность подвергается риску, так сказать, в случае привлечения внешних враждебных России игроков на эту поляну. Причина заключается в том, что Никол Пашинян, премьер Армении, просто резко ускорил этот процесс реализации этого плана. В регионе появились французские военные, появляются в лице французских жандармов, которые сначала гражданские миссии, потом выясняют, что в гражданской миссии есть жандармы. Понятно, что будет происходить постоянная милитаризация. Речь идет о посылке возможных, так сказать, продовольств. Причем, вы знаете, я чаще уже говорил, но в какой-то момент может получиться так, что там ряд военных стран НАТО окажется в этой зоне. И может быть дальше не только военных стран, членов НАТО, но и союзников НАТО, например, украинские военные подразделения, в случае, если демилитаризация Украины не произойдет. И они могут быть использованы там, вот, на той стороне, в том числе и в каких-то вооруженных акциях. Совершенно очевидно, что Россия опасается, что вот этот курс Никола Пашиняна на отрыв от России
и формирование союзнических отношений со странами НАТО, с врагами России в лице Франции, США, Британии, что он будет развиваться. Мое мнение, что Россия, может быть, даже поздновато отреагировала. Я считаю, что вот то, что сейчас делает Никол Пашинян, это их совместный план с Макроном, который был и разработан еще летом, в начале осени, и утвержден во время осеннего визита Никола Пашиняна в Париж и его встречи с президентом Макроном. Там они этот план утвердили, шаг за шагом это делают, и там они пытаются реализовать. Идея Пашиняна достаточно простая. Значит, он прекрасно понимает, что через какое-то время ему придется просто-напросто взять на себя ответственность за то, чтобы отдать всю территорию Карабаха Азербайджану. Там, вы знаете, как это произошло, 40% было взято в результате боев, 30% было передано по договору 10 ноября 2020 года в обмен на неуничтожение вооруженной группировки армянских войск в районе Хангинди, 30% осталось под контролем. Через менее чем через 3 года заканчивается действие договора, он выполнил свою роль, если он не будет продлен, российские миротворцы оттуда уходят, и азербайджанская армия заходит во всю территорию. Армянская армия не в состоянии сопротивляться, она понятно, что на порядок слабее. И поэтому идея Пашиняна, что кто-то другой, это другая армия, должна встать на пути азербайджанских войск через 2 года и там, сколько, 8-9 месяцев. Поскольку Россия отказывается это делать, он хочет привлечь армии вот, Франции или каких-то, ну, французы, может, сами не хотят, не захотят послать, попросят кого-нибудь другого вместо них поехать, да? И вот таков их план, значит, и они вот по этому плану с Макроном действуют. Пока все так пойдет, и с моей точки зрения не исключено еще большее ужесточение российской позиции в этом отношении. И обращаю внимание, тонкость такую, значит, раньше это была жесткая критика Пашиняна у нас и закрытая критика. Сейчас открытая критика и не Пашиняна, а руководство армии. Это очень серьезное изменение политической линии. Вы знаете, я вспоминаю вот те судьбоносные, в общем-то, дни Второй Карабахской войны, когда, выступая на федеральных эфирах, я дал свои характеристики тому, что происходит. И какая была бешеная просто ненависть, реакция вот армянских лоббистов, армянских сил. Вот прошло 2 года, и Сергей Лавров говорит теми же самыми словами, которые говорил Игорь Корученко 2 года назад. Вы знаете, меня это радует. Почему? Потому что наши экспертные оценки, мои, Сергея Александровича, других объективных экспертов, которые руководствовались защитой российских национальных интересов в оценке происходящих событий, сегодня становится официальной государственной политикой Российской Федерации. Это очень серьезный разворот, безусловно. И этот разворот обусловлен тем, что мы присутствуем на новой фазе, как меняется мир, и происходят вот эти вот процессы турбулентности. Во многом мы участники этих процессов, идем вместе с ними. Мы должны понимать, что мир меняется. Глобализация, очевидно, конец. Будет усиливаться региональный процесс. И будет усиливаться позиция тех стран, которые являются поставщиками энергоресурсов. Потому что вопрос энергобезопасности играет ключевую роль. Вот в этом качестве, безусловно, Азербайджан подвигается на ведущие политические позиции в мире, объективно. Во-первых, сильный, эффективный лидер, президент Ильхам Алиев. Независимость Азербайджана от внешних финансовых взаимствований. Реализация крупнейших инфраструктурных проектов, связанных с поставками энергоресурсов, активное развитие зеленой энергетики. Вот это все не устраивает тех, кто хотел бы, чтобы мир был прежним. Франция одна из тех стран,
который объективно не хочет, чтобы менялась та ситуация, которая была до сих пор. В этом плане, конечно, французы активно будут противодействовать и Азербайджану, и России, другим странам. В этом плане Армения играет очень такую послушную, я бы сказал, роль пластилина вот в западных руках. Конечно, для Пашиняна главное, я думаю, даже не геополитические интересы, приоритеты своей страны, а личное политическое выживание. В этом плане Сергей Александрович правильно сказал, что да, понимая, что ход истории изменить невозможно, что Карабах возвращается, вот та часть, где сегодня проживает компактное армянское население, возвращается так или иначе в Азербайджан. Гражданам армянской национальности, которые там проживают, предстоит сделать выбор. Либо войти в правовое пространство Азербайджана, получить азербайджанские паспорта, либо релокация. Куда не знаю, Сан-Франциско, Марсель, Ереван. Ну, каждый будет сам решать. Эти события Франция пытается купировать. Поэтому Франция здесь реально враг, противник, геополитический прежде всего. Ну и отдельные силы на Западе, которые тоже не хотят спокойствия на Южном Кавказе. Почему нам важен России спокойный Южный Кавказ? Коридор север-юг ключевой с точки зрения логистики, экспорта и импорта. Вот в нынешних условиях, когда нормальные торговые экономические связи через европейские порты заблокированы. И попытка Евросоюза влезть сюда, это прежде всего дестабилизирует ситуацию, новый конфликт, не дать Азербайджану полностью восстановить контроль над своей суверенной территорией, попытаться, как говорится, хоть чучелом, хоть пушкой втянуть в Карабах иностранный военный контингент. Мы будем противодействовать этому. Мы будем бить по рукам. Если надо наступать французам на руки, отдавливать их для того, чтобы не дать реализовать такие сценарии. Здесь объективно Россия и Азербайджан – два партнера, два друга, два союзника, которые будут противодействовать этим негативным тенденциям всей мощью государства, которое у нас есть.